Замкните плотнее веки и не открывайте век. Прислушайтесь, ответьте, который сегодня век. В сошедшей с ума вселенной, как в кухне среди корыт, нам душен от диксилендов, парламентов и корит. Мы все не желаем верить, что в мире истреблена угодная сердцу ересь по имени тишина. Нас тянет в глухие скверы, подальше от площадей, очищенные от скверны машин и очередей. Быть может, вот этот грабий, скамеечка и жасмин, последняя из гарантий хоть как-то улучшить мир. Неужто же наши боги не вправе и не больны потребовать от эпохи мгновения тишины, коротенького, как выстрел, пронзительного, как крик? И сколько б забытых истин открылось нам в этот миг, и сколько бы дам прекрасных не переродилось в дур, и сколько бы пуль напрасных не вылетело из дулы, и сколько б Наполеонов замешкалось крикнуть блин, и сколько бы опаленных не рухнуло в ковыли, и сколько бы наглых пешек не выбилось из хвоста, и сколько бы наших певчих сумело дожить до ста. Консилиумы напрасны, дискуссии не нужны, всего и делов-то, братцы.